Испанцы, а вместе с ними и многие болельщики по всему миру готовятся сегодня увидеть красивый футбол. Реал Мадрид проведет свой первый матч в чемпионате Испании. Соперником клуба будет Реал Сосьедад. Футболисты Реала уже прибыли в Сан-Себастьян. Там им предстоит сразиться с противниками на их поле. Тренер королевского клуба Зинедин Зидан говорит, что главные звезды его команды должны выйти на поле, несмотря на травмы. Криштиану Роналду и Фабио Коэнтрау сейчас тренируются отдельно от остальных игроков по особой программе. Свое расписание Карима Бензема он сейчас в основном занимается бегом. Сам Зидан в успехе своих подопечных уверен, хотя считает, что соперники так просто не сдадутся. Реал Сосьедад. Иногда они играют плохо, когда находятся не на своем поле, но когда они играют дома, то представляет собой большую опасность. Но я доволен своей командой, верю в нее. Знаете, всегда тяжело подбирать игроков, но я счастлив, что у нас такой состав.